что хотели узнать. Передаю слово Олечке. Всем добрый вечер. У меня сегодня дебют, поэтому сразу предупреждаю, если вдруг я буду запинаться, то это от волнения. Сегодня хочу с вами проговорить о декоративной косметике, о моих фаворитах и новинках. В общем, декоративная косметика Oriflame создается, учитывая типы и особенности кожи каждой женщины. Компания представляет широкий ассортимент декоративной косметики, которая помогает каждой женщине создать свой неповторимый образ без помощи. Декоративная косметика Oriflame представляется в трех брендах. Первое — это Giordani Gold, всем известно. Это люксовая серия, начиная с 70-х годов прошлого века. Это широко известный и узнаваемый бренд с высоким качеством продуктов и интересным дизайнерским решением упаковки. В основе ухаживающие компоненты, классические оттенки и неповторимый дизайн. Ассортимент декоративной и парфюмерной косметики – это средства по уходу за лицом. Giordani Gold постоянно расширяется и обновляется, но бренд неизменно остается символом прекрасной Италии. Вот. Из серии Giordani Gold хочу выделить полюбившийся мне консилер и базу под макияж. Ведь в ежедневном макияже мы используем сразу несколько средств декоративной косметики, ведь у каждого из них своя функция в макияже лица. Для чего нам нужна база под макияж? Для меня стало толчком приобретения данного помощника то, что база идеально помогает выровнять поверхность кожи и то, что она реально увеличивает долговечность вашего макияжа. База Primer Giordani Gold, она не только выравнивает поверхность кожи, но и помогает скрыть несовершенства, матирует нашу кожу лица, продлевает стойкость тональной основы и предотвращает выделение жирного блеска. Что же по поводу консилера Giordani Gold? Так это просто безумство, если вы еще его не приобрели. Как вы знаете, консилеры бывают разные, и данный консилер Giordani Gold, он направлен на решение проблемы с темными кругами и синяками под глазами. У него очень легкая шелковистая текстура, что особенно важно в нанесении его под глаза, так как это очень тонкая, нежная кожа нашего личика. И поэтому эту область нельзя перегружать. В него входят особенные компоненты, которые ухаживают за кожей и делают ваш тон ровным. Также хочу вам порекомендовать бестселлер моей косметички с недавних пор. Это объемная основа под тушь Giordani Gold. Ее особенность в том, что она мгновенно увеличивает объем ваших ресниц несколько раз, испытанно на себе, и содержит в себе масло кокоса, что обеспечивает уход, увлажнение и предотвращает выпадение ваших ресниц. И еще один фактор, очень немаловажный для дам с чувствительными глазами, как у меня. Она совершенно противоаллергенна, на собственном опыте убедилась, так как в свое время, какие основы под тушь не пробовала, Giordani Gold заслуживает похвалы. Ну и как же промолчать о ее подружке, универсальной туши Giordani Gold. Эта тушь уникальна в том, что она универсальна. Это вам и длина, и изгиб, и разделение, и уход, и стойкость на протяжении всего дня. А щеточка в виде звезды позволяет создать роскошный объем от самых корней. И тут создатели этой супертуши позаботились о наших ресницах. В тушь входит масло оливы, которое питает и ухаживает за ними, за нашими ресницами. С
Следующий бренд нашей замечательной компании — это The One. Это сравнительно молодой бренд 2014 года, который объединил в себе лучшую бьюти-продукцию и отличается огромным выбором модных оттенков и инновационными технологиями. Косметика помогает создать выразительный и эффективный макияж на каждый день без особых усилий, который продержится в течение всего дня. Продукция бренда для макияжа лица, губ, глаз, для маникюра, педикюра, а также аксессуары обновляются ежеположно. Обратите внимание на восстанавливающий гель для ресниц и бровей. Во-первых, хочу сказать, что его можно использовать, гель, для как восстановления ресниц и волосков бровей, а также как закрепляющее средство для бровей, чтобы волоски ваших бровей лежали так, как вам хочется, а не так, как им хочется. Вот. Гель просто идеален, если вам необходимо подлечить реснички и бровки. Также содержит биотин и пантенол, который крепляет, питает, придает блеск, что очень важно. Особенно если реснички тонкие, ломкие, например, как у меня, если вашим ресницам и бровям нужен уход и сила, или вашим бровям не хватает укладки перед выходом на протяжении всего дня, то этот гель просто незаменимый помощник. Отмечу, что сейчас ни одна женщина уже не обходится без средств для бровей. Это точно. Чтобы их выделить и сделать на них акцент, это тренд. И это неудивительно. И в моем арсенале главный фаворит — это стойкий карандаш марки для бровей The One. Без него я сейчас не обхожусь ни дня. Он идеально может создать четкие линии, контур бровям, прорисовать прорастающие волоски для естественного эффекта. Также он имеет универсальный оттенок и стойкость на протяжении всего дня. Хотите шикарные брови? И чтобы они выглядели естественно, тогда вам нужен карандаш-маркер для бровей The One. Ну и третий бренд нашей замечательной компании — это новинка, мимо которой пройти невозможно. Это One Color. Это современный молодежный бренд, который создан для того, чтобы помочь самовыразиться, проявить свой характер, индивидуальность, не бояться выделиться из толпы. Здесь прекрасно сочетаются модные яркие оттенки, легкие текстуры, стильный дизайн и доступные цены. «Будь на колоре» – это девиз бренда One Color, и не зря. Меня поразила палитра кремовых губных помад One Color, ведь их аж 25 штук. И каждый, какие яркие насыщенные оттенки, она имеет плотное покрытие и кремовую формулу, что сэкономит ваше время и деньги, потраченные на приобретение этой помады, так как не нужно наслаивать на губы по 300 раз, чтобы добиться насыщенного оттенка помады на губах. Также она содержит ухаживающий комплекс крем комфорт, что очень важно для ваших губ, так как этот комплекс увлажняет и питает губы, особенно когда климатические условия негативно сказываются на ваших губах. И хочу обратить внимание на карандаш для губ One Color. Он имеет универсальные оттенки в трех цветах, также имеет ухаживающую формулу для увлажнения губ. А мягкая и скользящая текстура поможет вам создать идеальный контур без надавливания и повторного проведения контура карандашом. Это меня очень обрадовало и в то же время удивило, так как многие контурные карандаши прилагают усилий в прорисовке контура. Если ваши губы чувствительные и необходимы в увлажнении, уходе, то вам просто необходимо приобрести контурный карандаш и кремовую помаду серии One Color. И на этом все. Спасибо большое. Может, у кого-то есть вопрос? Если есть вопросы, пишите, пожалуйста, я отвечу с удовольствием.
Я просто камеру поверну немножко. Вот. Это наш был дебют сегодня. Какие мы сделаем выводы, да, из всего, что Олечка нам вкусно рассказала о продукте. Что мы можем, возможно, вы что-то возьмете из того, что она рассказала, и тоже воспользуетесь теми фишечками об этих продуктах от Giordani, серии Giordani, о новой серии, обновленной серии Van Color и серия The One, да, акценты на бровках сделать и помады шикарные, правда, шикарные очень из молодежной серии. Это мы возьмем обязательно себе на вооружение и поработаем. То есть работать нужно в системе, не рывками, это мы понимаем, да, внедрять в работу новое, не ждать, пока все будет идеально, не усложнять, расставлять приоритеты, не сравнивать себя с другими лидерами, то есть идти и делать то, что ты умеешь. Обязательно только действия дадут ваш результат. Повышать планку, думать, естественно, только о хорошем, быть всегда в позитиве. Ну и фокус делаем сейчас, очень много информации нужно фокусировать на главном, на своих целях и мечтах. Вот, ваши мечты никто не осуществит, кроме самих вас. Используйте все программы для роста. То, что дает компания, обязательно используйте. Старайтесь получить все подарки, которые она предоставляет. Участвуйте во всех акциях. Вот. Ориентир делаем на рекрутинг, на активность и развитие лидерства. Мы желаем всем хорошего вечера. Спасибо большое, что вы проявили терпение с нашими техническими неполадками. Всем спасибо, девочки. Спасибо, что вам все понравилось. Да. Мы будем еще не первый раз выступать. Да? Да. Да, проводить вебинары. Все, спасибо большое.